Бабушка Ада и до своей неожиданной кончины была, так скажем, душой этой большой семьи. Мама, ну что ты пьешь гадость? Чистый спирт, на дощак, утром. Это не гадость, а лечебный напиток. И даже после смерти деловитая старушка решила не бросать родных на произвол судьбы. Ада, вы не подумайте, что мы не рады вас видеть. Ой, как мы рады вас видеть. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. Михаил Ефремов, Римма Маркова и Елена Яковлева в неожиданной комедии «Семейка Ады». Сегодня вечером на телеканале «Самара ГИС».